Основанный в 1071 году, хор мальчиков монастыря Святого Флориана – один из старейших коллективов подобного рода в мире. Монастырь Святого Флориана, расположенный в самом сердце Австрии, между Веной и Зальцбургом, принадлежит к важнейшим культурным центрам страны. Основной задачей хора является исполнение духовной музыки. Но кроме того, коллектив выступает музыкальным посланником Австрии во всем мире. В обширной дискографии коллектива представлены традиционная австрийская музыка, народная музыка, рождественские песнопения, а также старинная музыка. С 1983 года хором мальчиков руководит Франц Фарнбергер, а солистом является Алоис Мюльбахер, контртенор. Дом музыки. Ну, мы с вами идем. Вот театральный зал здесь, а здесь камерный зал. Мы идем в Светлановский зал, но идем через камерный зал, для того, чтобы не подниматься по большой лестнице, где очень дует. Подходим. Ну, мы находимся в доме музыки. Это вот внизу раздевалка. Мы уже поднялись чуть повыше. Ну вот мы находимся, здание это 10-этажное, открылось в 2002 году Дом музыки. Здание создано из стекла, из любого этажа. Прекрасный вид вот отсюда открывается, на реку, на мост. На набережную. Сегодня нам предстоит концерт. Мы будем слушать скорее. Это будет хор из аббатства австрийского. И будут выступать австрийские мальчики. Ну вот в этом зале орган. Очень большой. Но мне он не очень нравится, честно говоря. Thank you.
зал всегда хлопает. Маша Радецкого. Thank you.
Концерт окончился, получили море удовольствия. Я надеюсь, что вы посмотрите, вам тоже понравятся фрагменты эти. Мальчики замечательные. И что самое главное, хотела бы отметить, что все они очень индивидуальны. Они настолько все разные, настолько все чудесные, настолько все милые. И каждый вот со своим характером. И просто это замечательно. Не знаю, как сейчас воспитывают детей. Раньше мы как-то были более скованные. Вот. И, конечно, концерт получился просто великолепный. Ну, я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего, мои друзья.